Сегодня, к сожалению, мы понесли утрату. У нас констатирована смерть врача-утроларинголога из города Первомайска. Это наш коллега, 64 лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе и с коронавирусной инфекцией, как выяснилось. Он был инфицирован. 15 апреля был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. В начале мая переведен в 4-ю городскую больницу на искусственную вентиляцию легких. И в течение недели от пневмонии коронавирусной наш коллега скончался. Поэтому я хочу принести соболезнования близким и коллегам нашего доктора. И пожелать, конечно, всем здоровья и как можно эффективнее справиться с этим недугом, который сегодня в нашей республике зарегистрирован.